Вы видите, что происходит в стране. Будем откровенны. Отдельные руководители, они себя повели, мягко говоря, по антигосударственному руководству. Я не беру людей, они отношения к этому не имеют. А именно несколько там человек зарекомендовали себя не очень. Будем считать, что ошиблись. Но винить их и не видеть своих проблем и недостатков, наверное, это не наш путь. Поэтому вам надо разобраться, в чем мы, государство, недоработали. И православные, и католики – это наши люди, это преданные люди нашему государству, в том числе и католики, подчеркиваю. Каждый выбрал себе дорогу к храму. Поэтому к людям надо относиться с большим уважением и не нарушать религиозное чувство человека. Как только мы вмешиваемся в душу человеческую, мы обязательно раним человека в сердце. Из этого мы должны исходить. И жесточайшим образом пресекать всех тех, кто разрушает мирную, созидательную жизнь нашего народа и работает во вред нашему государству. Мы этих должны видеть. Их немного, но мы их должны видеть, в том числе и в религиозной среде. Мы не вмешиваемся в веру, я еще раз подчеркиваю это. Мы не вмешиваемся в чувства людей, но мы должны защищать свое государство. Все верующие живут в белорусском государстве, наши верующие. И все лидеры конфессий тоже живут в этом государстве. Я больше скажу, на чем всегда настаиваю. И всякие общественные организации, в том числе и религиозные, они действуют на территории нашего государства. В силу этого ваша должность сегодня становится ключевой, важнейшей. И, конечно, мы очень аккуратно подбирали кандидатуру на эту должность. Сошлись на том, что вы как человек понимающий, опытный, человек в своей жизни, относящийся равно ко всем национальностям и конфессиям, сможете работать со всеми конфессиями. И в очень тесном контакте с администрацией президента для того, чтобы ни в коем случае не разрушить то, чем мы всегда гордились. Одна из наших гордостей, если можно так сказать, это межрелигиозный, межконфессиональный мир. Мы его должны сохранить. Его будут пытаться нарушить, разорвать, но мы должны не допустить этого.